Сегодня происходит в Кингисеппском ГДК и к чему это приурочено? Это традиционное мероприятие, оно проводится ежегодно на разных площадках Дни коренных народов Ленинградской области. Здесь представлены малочисленные коренные народы, которые проживают на территории нашей большой области. И сегодня они представили свои культуры. Это различные мастер-классы, это выставки и непосредственно фольклор, который мы сегодня увидим на нашей площадке. А здесь представители только Кингисеппского района? Нет, почему? Представлены здесь и представленные Боти, и Жора, Вепсы, поэтому... Ну, с разных районов? Да, конечно. Завтра у нас большой фестиваль будет этнокультурный, поэтому делегации из дальних районов, они приехали уже сегодня и принимают активное участие в нашем мероприятии. А скажите, а попозже к нам присоединились малочисленные коренные народы?
Откуда? Ингерманландские финны. И самое удивительное, вот я сейчас посмотрю, у нас есть представитель именно тех ингерманландских финнов, которые приехали на Ямбургскую землю, и он носитель корней. Предки сюда приехали в 17 веке. Добрый день, уважаемые гости, кингисеппцы. Я рад приветствовать вас на гостеприимной кингисеппской земле. Очень приятно, что дни коренных народов Ленинградской области вновь проходят на нашей земле. Очень активно живут вместе, бок о бок, малочисленные коренные народы Водь и Ижора. И сегодня хочется в первую очередь поблагодарить всех гостей, кто приехал сюда к нам, в наш обновленный городской дом культуры и примет самое активное участие в нашем празднике, в нашем фестивале. Хорошего настроения, интересных, забавных выступлений, и чтобы каждый из вас сегодня унес частичку наших малочисленных коренных народов на память. Спасибо. А мне выпала честь поприветствовать вас всех, организаторов, гостей от имени председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Бурак Игры Викторовны. Очень важно сохранять и продолжать традиции и обычаи народов, проживающих на нашей любимой ленинградской земле. Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание активизации этнокультурного потенциала региона. Мы очень рады тому факту, что очень хорошо развивается культура проведения праздников коренных малочисленных народов в Кингисеппском районе. Это одни из наших лучших, скажем так. Вот если провести круг вокруг человека рябиновой веточкой, то будет он здоров, и все энергии плохие, силы уйдут. Поэтому будьте здоровы, вам на память веточка. Юмя Пяеве, добрый день! Юля Илда, добрый вечер. Я Макама Гайгеля, Парьо Онама, Парьо Дере, Парьо Раха. Я вам желаю всем добрых дней, много здоровья, много счастья, много денег. Микель-никель, конно, бойко, мяли, ой, он гима. Ай-бой-бой-бой, ай-бой-бой-бой, мяли, ой, он гима. Ай-бой-бой-бой, парь-бой-бой-бой. Живут на Суэцком полуострове с древнейших времен Ижоры и занимаются традиционным промыслом, рыболовством. А это была детская песенка о том, как пошел маленький ребенок далеко-далеко в море и наловил много-много рыбы. Принес домой, смотрит на рыбу, и кот пришел, и тоже смотрит. Рыба шел на жадный и оказался, и не дал готовить. Кот обиделся, прыгнул на дерево, сидит, дуется. А вот ижоры, они гостеприимные. Они, если вот уж наловят рыбы, то всех угостят. Если уж сорвут яблок, то всех угостят. Если уж просвистят на весь белый свет о своем гостеприимстве, то уж всех позовут разнести весть о том, что сегодня у нас большой хороший праздник, что он собрал много-много коренных народов. Тыртенберг, Хайзили, Сулилам, Рахвала, Мучужили Рахвала, Мяю Матия, Ани Хамбер. Ведь индей он называется Веглер.
знаешь. Твердая рука, характер твердый, крепкий. А мягкая, вялая, какая работница? Только сидеть у зеркала, да волосы и косы чесать. Thank you.
всей красоте. Для чего нужно культуру маленьких народов, которые проживают в Кингисеппском районе, ну и в других районах Калининградской области, сохранять? Вот для чего нужно молодежи, чтобы они это знали? Вот ваше мнение. Ну, во-первых, это коренные народы были. Сейчас все идет к тому, чтобы мы знали историю своей родины, своего района особенно. Поэтому мне даже тоже очень интересно, я как бы столкнулась с этим. И тоже очень интересно пообщаться с этим народом, с их культурой и показать.